Ответственный бизнес – основа экономики страны. В Одессе определили самых законопослушных плательщиков налогов среди предприятий нашего региона. Лучших наградили знаками отличия и памятными дипломами. Мероприятие прошло в рамках всеукраинского рейтинга «Добросовестные плательщики налогов». Его основные цели – создание благоприятных условий для развития предпринимательства в Украине и расширение диалога между государством и бизнесом. Мы уже традиционно поздравляем лучших плательщиков налогов Одесской области. Уверена, что каждого участника конкурса «Добросовестный налогоплательщик» уплата налогов является делом чести. Эти предприятия и предприниматели различных сфер деятельности успешно реализовывают инвестиционные проекты, создают полноценные рабочие места, вносят весомый вклад в бюджет всех уровней. У нас очень много есть предприятий, которые не вошли в награжденные, но тоже очень такие важные предприятия, добросовестные плательщики налогов. Надо отметить, что среди сегодня награждаемых плотников будут еще, есть два победителя, которые будут чествовать 28 числа в Киеве. Им будут вручены награды уже на уровне государства. Конкурсная комиссия, которая определяла победителей, руководствовалась рядом критериев: суммы уплаченных налогов за бюджетный год, количеством рабочих мест на предприятии, уровнем зарплат и своевременностью их начисления, объемом социальных выплат, благотворительностью и другими. Всего в регионе отобрали 25 предприятий-победителей, которые работают в разных сферах бизнеса.